Высота Стеллы – город трудовой доблести, которую устанавливает в Нагорном парке Барнаула более 32 метров. Конструкция тоже впечатляющая. Стальной каркас, железобетонный постамент с облицовкой из гранитных плит и бронзовым декоративным панно. Поверхность Стеллы украсит историко-архивные фото и документы, а также изображение герба Барнаула и текст указа президента России о присвоении краевой столицы статуса «Город трудовой доблести». Сам по себе, значит, это обзнаковый, потому что появляется вот такая доминанта на берегу Оби. Естественно, ее надо доводить до конца, дошлифовывать, тогда она приобретет окончательный выразительный вид. Металлоконструкцию Стеллы изготавливали в Москве, откуда ее на днях и доставили. Она станет центральным объектом мемориального комплекса площадью в 345 квадратных метров. На его территории установят светодиодные прожекторы, скамейки и вазоны с цветами. Общий бюджет расходов на памятное сооружение – 73 миллиона рублей. Мы, наверное, выходим с вами на финишную прямую по строительству этого серьезного объекта. Стелла – город трудовой доблести, знакового объекта для города Барнаула. На сегодняшний день большая часть работ выполнена. Работы по благоустройству территории начнутся в ближайшие дни. Полностью завершить установку Стеллы «Город трудовой доблести» планируют к 4 ноября. Дмитрий Дроздов, «День с толком».